15 земельных участков уже выдано амурским многодетным семьям по областной программе. Практически во всех районах сейчас проводят межевание земель для того, чтобы участков, которые в скором времени достанутся многодетным, становилось все больше. Сейчас на очереди в Амурской области стоят более 100 семей. Подробности у Яны Лисовой. Иван и Мария Коноваловы раньше мечтали о большой семье, сейчас о большом доме. С тремя детьми они живут у родственников. Прописаны в Чигирях, а собственного жилья нет. Говорят, когда узнали о программе предоставления многодетным земельного участка, сразу подали заявление в Чигиринский сельсовет. Как только получат участок, сразу начнут строить дом. Конечно, строят. Мы собрали документы на участие в программе развития села. Только уже боимся, времени было много, а теперь боимся, что на 2013 год станем участниками программы, а участка еще не будет. В Благовещенском районе уже предоставили один земельный участок в селе Грибском. На очереди еще 32 семьи. Житель любого села нашего Благовещенского района может выбрать несколько вариантов, как более предпочтительный. Либо на территории села, где он проживает, либо какое-то другое село. В основном, конечно же, пользуются спросом, который вблизи областного центра. И у нас, я заверяю, зим не хватит на всех, поэтому сейчас формируем участки, формируем списки и предоставляем. В областном центре спрос на программу самый большой. Уже 9 семей получили свои сотки. Сейчас проходит межевание еще 13 участков и около 50 в будущем. Также в программу активно включили Свободнинский район, Архара, Серышево и Зея. Здесь уже начали выдавать землю многодетным. В других районах пока к этому только готовятся. Есть районы, где заявлений, заявок на предоставление участков нет, но такие работы проводятся. Вот, допустим, заявления отсутствуют в городе Свободном, Шимановске, Константиновском, Магдагачинском, Октябрьском, Ромнинском районах. Но работа такая в этих районах проводится. Не то, что на всякий случай, эта работа должна быть проведена, потому что если приходит заявитель, участок этот уже должен быть готов. В общей сложности на очереди на получение земли по всей области стоят более 100 семей, в которых воспитывают троих и более детей. Это и так называемая категория нуждающихся в жилье, и те, где последний ребенок родился не раньше января 2011 года. Таковы условия программы. Яна Лисовая, Эдуард Яворский, новости дня, информационное агентство «Порт Амур».